Девчоночки, я иду к вам. Ой, девочки, пожарила котлеты. Что я должна вам сказать? Жирноватые. Так я складывала их, девочки, раз, вон пол рулона бумаги. Раз, ну, один раз, первый раз на 4 листа вот этих слаживала. Потом убирала на следующий, вот сейчас сложила. Вот это сейчас более-менее. А так жира страшны. А что делать, девочки, жира пол сковородки. Не, ну я его снимала, мыску он. В эту снимала и этими же бумажками мыску вытерла только что. Ну, чтобы не мыть эту жир в умывальнике или куда-то, да. Я он вытерла, он целое ведро бумажек от жира. Ну, жирноватый же и лососик. И у тебя я ж перекрутила эти толстолобики, да. У тебя животики, не животики, ну вот эти вот щечки, надо было их не крутить. Только хвостик перекрутила. Ну ладно, девочки, зато вкусные, пахнут. Я не ела, этим кинула. Похватали, как бешеные. Не, малыш он охраняет. А дикуся только за рукой за моей наблюдает. Я им дала тоже по котлетке только что. И такие вот кусочечки, ну, когда вот туды-сюды, вот, ну, вот такие вот, да, допустим, маленькие вот. Не хочу отрывать. Ну, пахнут страшные. Я не пробовала, честно. Только закончила. Девочки, посуду уже не помыла. Это надо греть воду. Ты ж не будешь холодной водой. То холодной водой можно что угодно. Да, а тут надо только горяченькая водичка. Укропчик, девочки. А он что-то не отпадает от рук. Сейчас укропчика нарву. Рис сварила, девочки. Оля сейчас придет. Хай кушает. Не, ну я тоже рис покушаю. И одну котлетку. Ради интереса. Рис очень классный. Сейчас я вам покажу и рис. С кубиками, девочки. О, гляньте. Украсила. Украсила шикарно. Бесподобно. Риса, девочки, целая кастрюля была, гляньте. Но я еще маслечко не кидала сюда. Сейчас я маслечко возьму. Малышочек, съешь котлету. Не дай бог, я вступлю в нее, как тогда я вступила в этот. Скажи, куда. Печеночную колбасу. Съешь. Гляньте, лапу держит возле этой котлетки. Не ест, а Дик стоит в сторонке. А этот лапу прямо так, аж один ноготь положил на котлету и смотрит на Дика. Глаз с него не сводит. Учись это у Дика. Дику и бумажку кинь, он сразу ее схватит в рот, потом выплюнет. Но сначала схватит, чтобы не прозевать. Ой. Что там, Оля пришла? А вы лежите, как турки. Она вам вчера принесла каркасики, какие мясные. Сама не съела, вам принесла. Могла по дороге погрызть, как мороженое. А вы такие благодарны. Этот Оля там, наверное, пришла. Я думаю, пришла. Сразу малыш вот так. Такими, гляньте. Ну, а Дик хочет идти, а прошелся мимо котлеты. А этот не... Все. Побежал. Увидел, что Дик побежал и сам побежал. А так бы не пошел. Будик уже прошелся. А сейчас Дик, если первый заскочит. Все, я же сказала, котлеты нема. Дик его обманул. Все, я не успела девочке сказать. Если сейчас Дик первый заскочит, котлеты не будет. Малышочек, как там котлетка? Он. Дик первый побежал, ты за ним. Ты пока до калитки бежал. А он вернулся за котлетой. Девочки, гляньте. О, вот он. И нету хитрости. Там между всеми есть. Этот его выманил. Сначала не шел. Я говорю, Оля, наверное, пришла. Наблюдает за малышом. Малышочек, понюхай теперь ротик, как пахнет у Дика. Как у него сорта пахнет. Толстолобиком и лососиком. Иди понюхай его со всех сторон теперь. Девочки, покиньте. Видит, что малыш не собирается идти возле котлеты лежит. Он оглянулся.
и тоже не хотел бежать. А потом взял, оглянулся и побежал. И малыш за ним. Малыш же побежал, как дурачок, до калитки, он же поверил. А этот, наверное, до угла сюда и сразу вернулся за котлетой. Ой, блядь. Господи, кругом, кругом ухо востро надо держать, девочки. Я ему дам. Так он же не ест, видите, держит. А потом только, вот если бы я сейчас сказала, пошли туда, он бы ее сначала начал кушать. Или нес бы туда, и там бы положил. Он вот, а я не понимаю, зачем он это делал. Ну, видите, он такой. Он не обжора. Он интеллигентный. Как я вам и говорила. Он с под интеллигентной семьи. Фу! А мухи наглые. Девочки, что плохое? Я люблю, девочки, рис. Мне не надо, когда показывают, какой он рассыпчатый. Гречка рассыпчатая, то рассыпчатая. Все рассыпчатая, только картошка может быть вкусная, когда она рассыпчатая, и пюрешку с нее делать. Вот то вкусно. А каши вот эти рассыпчатые, я люблю вот такие каши. Я люблю каши липкие. Я буду всегда варить до такого состояния, чтобы она была вот такая. А вот это гасаль за ресинками я не люблю. Или за пшенинками, или за гречечками. Вот это самое вкусное. Когда ты взял, и то еще больше ее так аж сбиваешь ее, когда кушаешь. Вот это вкусно. А пахнет, ой, еще кубики эти, класс. Масло, вы видите, я немало масла положила. Нема? Малышочек, вкусная котлетка была, да? Тебе понравилось. Ты добавки хочешь, я знаю. Ты добавки сейчас, ого, сколько съел. Ничего. Хорошего понемножечку. Девочки, я себе насыпаю. Порцию показываю. Я могу потом еще подсыпать таких штук две, если это вкусно. А сразу чуть-чуть. Малышочек, нюхай теперь своего друга. Дико. Ходи теперь. Ходи теперь, дорогой мой. Так, девочки, сейчас я возьму котлеточку. Вот эту. Я когда ее жарила, она узенькая получилась. Укропчик мне не надо. Хай для красоты будет. О, девчонки. Смотрите, котлеты мои. Смотрите мою порцию, девочки. Ай, момент. Я увидела что-то. Что-то я увидела. Трюфельная масса. Вкусно было, малыш. Аж мне захотелось. И так с аппетитом скушал, что аж мне захотелось. Девочки, мукбанг. Объявляю мукбанг. Насыпайте себе. Мармеладов разных. Ой, как пахнет трюфельная масса. Ой. Ой. Ой, девочки, и сливочная, и трюфельная. Да? Вовке, кстати, тоже понравилось. Вот это когда он в понедельник был. А что я ему поливала? Я говорю, только так, если будешь кушать. А что ж мы кушали, что я... Себе, Оля, себе. Я, девочки, не помню, что я готовила уже в понедельник в прошлый. Не помню. Помню, борщ был у нас, да? Мы папу поминали. Не помню, что мы поливали, но ему понравилось. Я говорю, ну что, он вкусно. Я думала, знаете, это тоже на любителя. Но он сказал, вкусно. Я говорю, ну, ура. Раз и тебе вкусно. Девочки, объявляю мукбанг. О, девочки, во, я не обманываю. Девочки, люблю тарелки все, и борщ держать, люблю вот так на весу. Вот это сидеть, не, да, я даже вот за столом буду сидеть,
Вот где бы я ни сидела, на поминках, вот сколько я ходила, да, всегда тарелку беру в руки. Я ем так, как мне удобно, а не как вот это сидеть, задыхаться, передыхаться. Я люблю вот так всю жизнь держать тарелочку, особенно пиалки. И что, девочки, люблю кушать ложкой все. И первой, и второй ложкой. Ну, мне так удобно. А жареную картошку руками. Девочки, сочетание, а рыбка вон красная попадается, как красная икричка, икринка. Вкуснятина. Ой. Девочки, честно говорю. Вот честно. Как это вкусно. Еще сколько котлет получилось. Прикиньте. Дай Бог всем здоровья, кто дал. Эти котлеты. На эти котлеты. Кубики вот эти куриные дали вкус рису. Маслечко сливочное. Еще я трюфельным. И вот это, девочки, это можно сейчас вот так выйти и ходить с тарелкой по городу, знаете. Идешь себе и на кого внимания не обращаешь. Захотел, прошелся с тарелкой кушать. Захотел, где-то присел. Вкуснятина. Я бы даже с удовольствием вот так вот, девочки, вот такое приготовить и кого-то угостить, выйти в город. Это так вкусно. Вот знаете, если бы я была моложе, я бы творила чудеса. Так скажут, бабка, иди лечи уши. Хотя бы мне было 50 лет. Я бы ходила. Я бы вот эти опросики устраивала разные. Угощала. И люди бы кушали с моих рук. Я уверена. Мне было просто, знаете, что интересно снимать? Лица людей, которым вкусно. И я уверена, у меня было столько было роликов. И всем было бы вкусно. Никто бы не сказал, что бе. Не-а. Никогда. До такого не докачусь. Я когда в сауне работала, девочки, я за свои деньги покупала на камни сыпать вот эти все разные травы, разные пахучки поливать на камни, чтобы пахло. Знаете, когда вот человек заходит в парилку, вот, а там пахнет разной вкуснятинкой. За свои деньги покупала. За свои деньги приносила шампунь, ополаскиватели, мыло, мочалки. Все за свои деньги. У меня всегда, если кто попросит, у меня всегда было. Не всем, да, люди сами, чьи люди со своим же идут. А у кого нету, выйдут, спросят, а у меня есть. Я с удовольствием давала. Не хозяин об этом думал, а я, потому что я знала, что мне надо заработать. Потому что, как я относилась к людям, да, и потом людям хотелось приходить. Постоянных клиентов было куча. Даже такие чины приходили. Милиция такая, в таких чинах. И как ко мне хорошо относился этот, по-моему, он, девочки, был, или подполковник. Ну, в общем, перед генералом была последняя звездочка, осталась ему. Подполковник, да, или полковник, такой дядька классный. Это друзья моего хозяина были они. И он меня всегда просил, говорит, Люда, встреть их, как ты можешь. Я чокалась. Я с дому все приносила в этот день. И ко мне хорошо относились. Девочки, это можно кушать целый день. И нафиг вот это в тарелочку. Прямо с кастрюлей то. Очень вкусно. Оля сейчас удовольствие. Я думаю, вот это сейчас Оля, а вдруг, ну она не психанет, думаю, вдруг мяско хочется, знаете, думаю, уже окорочок ей пожарь. Ну, думаю, о, хорошо, плохо. Тут один рис вкуснятина. Девочки, очень вкусно. Главное, кушать надо всегда. Оценивать еду. Они, знаете, вот, то схватил, то ложку салата, ложку того. Вот так. У меня мукбанг. Что? Мукбанг.
карточки. Да, опять им принесли. Ага. Так ты покупаешь, заходишь сюда? Да, ну, дешевая. Нет, так ты тут покупаешь. А кто разлил? Ты что, Каша, стукнула? Нет, или, это ну, кто-то с них. Ага. Та-т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 а. Вот так же Оля вам приносит. Дюшиная, как я грею. Тут? Ну, он же будет, ты знаешь, как. Пока сейчас Дик подойдет, только так дала им по котлетке. Ага. Дик свою съел, а этот же лежит. Я потом, мне показалось, ты пришла. Я говорю, Оля пришла, а малыш не идет, вот Дик поглядывает на котлету. Ага. А малыш взял, чей Дик взял, побежал, а малыш же подорвался за ним. А Дик, наверное, до угла добежал сюда, за угол. А малыш, наверное, до калитки побежал. А Дик вернул, а я только говорю, сейчас Дик вернется и съест котлету, если первый. И точно, малыша еще и не было близко, а этот уже подбежал, котлету съел. Молодец. Кто вот это? Несите швабру. Ну, Каша, они перед тобой. Ну, ты слыхала, стукнула. А ну забери, малыш. Малышок, забери. Девочки, я еще одну котлету. Косточка попалась. Откуда-то. Неведомо взялась. Мне мало одной. А что она узенькая была? Вкуснятина такая, что. Лыскает, лыскает. Может, тут покусай. Не хочешь? Это жарко. Туда? Не могу, да. Ну, насыпай тут, чтоб не тащить кастрюли. Ага. Или что? Да. Да. А потом зайдем. А я мукбанк устроила. А то все делали, а кушать никогда не кушали. Очень вкусно, но очень жирный эти фарш получился. Что, ты сало много положил? А я сало вообще не ложила. Само по себе вот эти с этого с толстолобика вот эти штуки я ж перекрутила. А. Ну все жирное само, рыба, а лосось. Девочки, привет! Что, он не жирный? Жирный, да. Ну я кто? Тысяча, он полное ведро салфеток. Ага. Насыпай побольше, я буду добавку насыпать. Да? Я тебе говорю. Да, звонил Сашка. Тетя Люда позвонила Сара. Сказала, что вчера у него папа был. И что у него сильно болит нога. Это мы знаем. Я сказала, мы знаем это. Говорит, она ему дала какую-то таблетку. Ему стало легче. Она мне сказала, чтоб я ей сейчас перезвонил. И она мне продиктует, какие таблетки, чтоб я ему купил эти таблетки. Я никогда таблетки не пил за всю за свою жизнь. Таблетки это, они что, лечат? Там в больницу надо идти. Чё? Ага. Я говорю, ну, перезванивай ей и спрашивай, какие таблетки надо. Я говорю, и таблетки помогут, если что. Я говорю, а больницу там давно надо идти. Ну, что? Я говорю, давай, звони царе. Я говорю, у меня у самой спина болит, я не знаю, что делать. Чтобы до больницы не дошло, что идти в больницу надо. Ой, Господи. Вот это у меня третья котлетка будет. Все, девочки, мы пошли туда, покушаем там. Вот тут сильно жарко, жарко. И правда. Да. А потом сюда вернемся. Убирать. Это я накрою. От мухвы. Ой, как же накрыть? Сдвинуть надо. Девочки, уже и остыли котлеты. Слава Богу. О, все. Девочки. Мы пошли туда покушаем.